Маммография – это метод исследования состояния молочных желез. Происходит от двух слов – мама – молочная железа и графия – запись. Маммография проводится на специальном рентгеновском аппарате, который называется маммограф. Он дает возможность получить изображение в двух проекциях каждой железы. Нужно учитывать, что симметрия является одним из факторов диагностики, поэтому исследование всегда проводится обеих молочных желез. На современном этапе диагностика проводится на цифровых аппаратах. Таким образом, изображение получается в цифровом формате, поэтому исследование занимает около 10 минут и получается более качественным. Маммография – наиболее распространенный метод диагностики рака молочной железы, позволяет выявить малейшие изменения в тканях груди, определить их размер и точное расположение. То есть маммография позволяет увидеть глазом то, что еще не может почувствовать руками врач-маммолог, а значит, поставить правильный диагноз на самых ранних стадиях патологического процесса и назначить эффективное лечение. Маммография – это то исследование, которое показано всем женщинам после 40 лет и старше, хотя бы один раз в год.